С самого утра на самарских пляжах многолюдно. Погода для отдыха сейчас самая подходящая. Позагорать на Самарскую набережную приезжают со всех районов города. Особое раздолье для детей. Поиграть и повеселиться здесь можно в волю. Здесь можно искупаться, где в городе у нас не часто встретишь. Как хорошее купание и чистый берег. В прошлом году было грязнее, хочу сказать, сегодня чище. Вот поставили новые скамейки, это тоже хорошо. А дома сидеть скучно, дома жарко. 8 пляжей города готовы принять всех желающих. С мест отдыха вывезли весь мусор, провели обследование дна, завезли 17 тысяч тонн песка, установили новые скамейки, биотуалеты и контейнеры для мусора. Осталось штрихи, где которые мы наводим. Биотуалеты выставлены, бачки под мусор выставлены. Осталось первое на этих вот очередях, на первое, на второе, на третье. У нас сегодня мы завозим детские пляжи. Чтобы сделать отдых горожан безопасным, на пляжах установили спасательные посты и стойки со спасательными кругами. На Полевом и Красноармейском спусках организованы специальные зоны повышенной безопасности купания для детей. Уборка территории проводится ежедневно. Каждый день обслуживают только более 60 уборщиков каждый пляж. И если по муниципальному договору у нас два раза в сутки должен обслуживаться пляж, то в жаркое время мы будем по факту уже проводить уборки, то есть 3-4 более раз. В этом году по просьбам горожан на самарских пляжах установят оборудование для мытья ног. Также в два раза увеличено количество волейбольных площадок. Теперь их 19. Стойки 7 площадок модернизировали. Сетку можно фиксировать на разной высоте, чтобы играть могли и взрослые, и дети. Лариса Шлафас, Дмитрий Тарасов. События.